Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем наши замечательные приключения с нашими покемонами. И что мы будем делать в этой серии? Во-первых, может, вы уже заметили, но, как я вижу, уже все заметили, то, что я поменял половину. Ой, сейчас извиняюсь, я это поменяю, потому что это очень громко. Я поменял половину этой зоны, то есть половину шерсти на половину редстоуна. Действительно, ребята, я знал, я просто забыл, но спасибо вам всем, кто напомнил то, что нормальные покемоны размножаются с нормальной такой скоростью на шерсти, но для электрических покемонов тоже нужно что-то другое, поэтому я поставил половину шерсти для Дито и половину блоков редстоуна для электробаза. Давайте сейчас посмотрим, что у них тут за... творится. Опа, только что были вроде фиолетовые или розовые сердечко, уже желтые. Давайте посмотрим. Ну, короче, Дит уже более так увлечен электробазом каждый день. А электробаз что? Электробаз тоже, ребят. Фу, ну вроде у них там что-то намечается. Ну вот, замечательно, после электробаза мы будем и манч... Давайте как раз сейчас посмотрим, нам не нужно... Смотрите, ребята, после электробаза у нас будет манчлакс. Далее, Клефери. Это еще двое покемонов, которых нельзя словить, только спаривать. Магби нету, ребята. Если ты спариваешь Магмара, то Магби не получается, получается Магмар. В этой версии они почему-то это не добавили, но все же. А, так, еще раз. Вот сейчас электробаз. Дальше Снорлакс, точнее Манчлакс. Дальше Клефери. И знаете, кого еще нам нужно, ребята? Нам еще нужно найти Джиглипафа, чтобы сделать себе Иглибафа, потому что первая эволюция Иглибаф, Джиглипаф и Виглибаф. Но Иглибаф уже точно тоже не спавнится, потому что убрали спаун. Нужно будет нам сделать, ребята. И еще, вот еще кто-то есть. Еще кто-то. Вроде у нас еще, знаете кто? Вабуфет. А давайте, пока они тут шпилькаются, давайте мы проверим. Покеспаун. Как Джиглипаф? Джиглипаф. Джиглипаф. Вот так. И нам нужен еще Вабуфет. Покеспаун. Ой. Вабуфет. Буфет, короче. Вабуфет. Я правильно написал? Поке спаун ваб... Да, я неправильно поке спаун написал. Я думаю, почему оно не пишется? Поке спаун буфет, короче. Да, ребят. Фу, в этой серии мы еще можем убить 10 Блисси бесплатно. Не то, что бесплатно, мы же в предыдущих сериях заплатили за Блисси, поэтому, ребята, а чтобы не тратить зря время, мы пойдем запинаем еще 10 Блисси, если тут, конечно, есть большие уровни Драгонер. Давайте нашего, нашего кенгуру прокачаем, ну, в принципе, кенгуру, потому что у него сумочка так же, как в кенгуру. 1-2. 1-2, замечательно. Ну, все, больше тут маленькие уровни. Еще 8. А, не забываем то, что, ребята, каждую... Нет, не каждую ночь, а каждый рассвет, каждый закат нам нужно идти и пытаться найти Райквазу. У нас уже место есть, где она спавнится. Спавнится она где-то вот... И опять у меня пропали, ребята, вот эти значки. Ребята... То ли у меня карта почему-то пропадает, то ли я не имею представления. У меня карта пропала. 1300 минус 1300 100. Ребята, у меня карта пропала. Вот тут вроде. Или нет?
Я надеюсь, что тут, потому что если нет, я опять не хочу искать. Вашу мать, ребята. Не вашу, я извиняюсь, но просто я сейчас не представляю, что там босс был. Ну, ох ты нахрен, вовремя заспавился и вовремя пропал. Так. Ребята, это очень плохо. У меня мало того, что... Смотрите, у меня даже вот эти... Вот, вот тут. Где? Ага, значит, я не туда ты пыхнулся. Это где-то тут. Нет, ребята, у нас пропало. Я же в предыдущей серии ставил вот это. Точечки. 1300-100, давайте попробуем. Я просто неправильно... Вот так давайте. Я не хочу опять искать, пожалуйста. Скажите мне, что мы где-то рядом. Да. И как видите, ребят, посмотрите внимательно на карту. Она почему-то закрылась, мы сейчас ее опять открываем. Вот так же у нас было с алтарем, так же у нас было с шахтой, так же у нас было со всеми биомами, и я не имею малейшего представления, почему. А знаете что, ребята, ребятушечки мои, давайте-ка мы стоим еще одного водиша. Зачем, спросите вы? Потому что водиша есть две эволюции, через Sunstone и через травяной стоун, да, то есть две эволюции. Через солнечный камень у нас уже есть. Вот стоять. Через солнечный камень у нас уже есть. Сейчас остался через травяной. Поэтому, ребята, мы сделаем, как только сможем. Точнее, мы одиша словили, да. И сейчас мы сможем сделать еще одну эволюцию. Так же, как, например, в Пулевага, да. В Пулевага есть эволюция через... Через что там у него есть? Через трейд у него одна эволюция, через обычную прокачку у него еще одна эволюция. Поэтому нам тоже нужно два поливага, которых мы уже вроде словили. Так, ну что, ребята, Лугия, Мьюту, Райкваза. Все легенды, которые нам остались, которые нам нужно словить. Фу, так. Сейчас. Извиняюсь, что-то... Горле стало. Так, это мы ставим сюда. Идем опять проведаем наших лиси. Вдруг какие-то большие уровни опять заспавнились. Но у нас еще 8 лиси есть, ребята. Когда будет уже закат, уже закат будет близок, ребята. Просто орите, мол, Ледисан, беги, давай, край квази, а то она сейчас может заспавниться, а ты профукаешь ее. Замечательно. Мы прокачали. Мантин. Хм. Я бы очень хотел, чтобы мы тебя не перекачали. Акваринг. Вот так. Это сколько? Это две... Это еще 6 блисси у нас осталось, ребята. Это еще у нас 6 блисси осталось. 5 блисси осталось. Замечательно. Это сейчас сюда мы ставим. Быстренько. Ребята, пока что еще день, и мы, в принципе, успеваем. Но как только будет уже близок закат, нам нужно как можно быстрее валить отсюда и убегать туда, где спавнится Райкваза. Так, какой уровень? Дуду, ага, 26-4, 50 уровень, нифига себе. Еще 3 блисси остались. Да, остались. Эволюция. Ребята, мы даже в этой серии еще выложим 2 или 3 покемонов. Это кто там? Опа! Там Джиглипаф, ребята. Сейчас будет нужно словить ее обязательно. Главное не убегать никуда. И также мы потом еще сбегаем за Бабуфетом. За Буфетом, короче. Он вроде в зимнем лесу спавнится, если я хорошо помню. Додрио. Здрасте, здрасте в нашей команде. Так, пока тут большие уровни. Итак, 4, еще 2. Ну давайте быстренько, пожалуйста, Джиглипаф, не пропадай там. Ты нам очень нужна. Опа, замечательно. И сейчас ты спавнишься 50 уровень, когда у нас уже, когда мы уже не можем убивать покемонов. Блисси, точнее. Ага, ты зараза. О, там босс я вижу, ни хрена себе. Ой, зачем я этим ударил? А, ребята, вы не забывайте то, что через 5 серий... О, закат. Ладно, успеем еще, мне кажется. Мне так кажется. Я правильно? Да, правильно. Ну, как видите, там еще есть... Покехил. Мы сможем и Джиглипафа постараться словить.
И также может вылезет Райкваза, если, конечно, повезет. И через 5 уровней, ребята, уже нашим капитаном станет Драгонейр, ну или Дратини, если мы прокачаем к тому времени ее. Не Дратини, а Драгонайт. Если мы прокачаем. Замечательно, мы еще Джиглипафа словили. Отлично просто. Просто отлично. Потому что мы тоже сможем разводить Джиглипафа. Так, я просто смотрю, где тут... Ну, Старли. Никто, к сожалению, этой ночью не заспавнился, твою мать. Старли, не выкобыливайся. Я знаю, ты очень любишь поприкалываться. Как меня вот такая хрень бесит. Ну, умри ты или убей нас, не убегай. Да вашу мать, эти мотоциклисты за окном, ребята. Я не знаю, услышали ли вы или нет, но я надеюсь, что нет. А если чуть-чуть услышали, то извиняюсь. Ух, ну, лучше бы она нам что-то другое бы дропнула, да? Так, ну это пока что сюда. Да, ребята, никто, к сожалению, у нас не вылез. Но не будем расстраиваться, потому что мы сейчас еще сможем сходить в океан. Только я хочу посмотреть, что тут у них происходит, вот тут, наших друзей. Так, ну что вы там? Смор-аттрактед. Ну, ладно, будьте там, чпокайтесь, дружитесь, любитесь, заводите детей. Главное, чтобы побыстрее. Заводите детей, главное, чтобы побыстрее. Даже рифмой нафиг. Так. Воу-воу-воу, 2300, 1300. Оу, я куда? А, нет, туда. А почему мне там пустыню показало? Ладно, Додрио, один уровень. Драгонейр, Поливак. А как Мантин, ребята, эволюционирует? Вы знаете, а то, если честно, я вообще не в курсе. Может, через... Так. Ух, нихрена себе. А у Мантина, ребята, вроде даже нету эволюции, что ли? Ну, фиг его знает, ладно. Дайвбол! Все больше и больше нам даются новые шайни, которых нужно будет заменять на старых покемонов. И вот это даже в какой-то степени немного задерживает сезон, потому что также мы словили и Сквиртла, также мы словили и сейчас Тентакруэля, также мы и Свадлона словили, и в принципе шайни, и их нужно будет перекачивать с обычных на шайни. И это немного задерживает. Вот видите, ух, ни хрена себе! Плюс к тому... Ее у нас нету, это плюс. А еще плюс один, то, что мы ее сейчас найдем, и она сразу шайни будет. Да, если бы я еще смог найти нормально. Опа, извиняюсь. Я говорю, это тролль. Лукия! Ребята, вы видите, что это, что за баги? Вы видите это? Каждую из, ребята, сезон просто уже сходит с ума. Я вижу, я тоже... Паскуда, иди сюда! Ху, быстро. Ребята, вы видите, что сезон сходит с ума? Две Блисси в одну секунду. До этого не спавнилось полсезона. В одну секунду две Блисси заспавнились. Лугия не спавнится полсезона, в одну секунду две Лугии заспавнились. Ребят, вы думаете, что это совпадение или это просто нереальные какие-то лаги? Одна Лугия, вторая Лугия. Все, две Лугии заспавнятся, больше не спавнится. Все, только вот эти, больше никто не спавнится. Да, даскболом, ребят, это... Фу, это так просто. Ребят, вы не верите, что я ее даскболом... Твою мать. Ладно, под... Поспешил с выводами. Не ве... Вы не верите? Вы... Я смеюсь вам в лицо. Сейчас, ребята. Так же, как мы и Селеби словили. Смотрите, это проще некуда просто. Это проще некуда, ребята. Вот смотри. Твою мать. Лугия, не подводи меня. Я тут выкобыливаюсь, а ты сейчас не словишься. Смотри. Ребята, ща, еще пару тысяч покеболов, и мы ее сможем словить без мастербола. А было бы круто, прикиньте, если бы мы ее действительно словили. Если бы нам вот сейчас повезло, и мы бы словили ее обычным болом. Как бы было круто. И нам бы нужно было бы не еще два мастербола,
Не еще два мастербола, а только один. Не, ребят, мне кажется, это не прокатит так же, как и Селби. Селби нам, наверное, просто повезло. Фу, так, сейчас, дайте я подумаю. Лугию мы словили, ребята, мы словили Селби. Мы словили в следующей же серии Кьогра. Нет, мы словили сначала Кьогра, потом сразу же словили Селби. Сейчас опять уже заспавнилась Лугия, и мы ловим, ребята, сейчас уже Лугию. Это охренеть просто. Но, к сожалению, есть одно, да, к сожалению, то, что у нас заканчиваются боллы, ребята. А помните, когда мы делали боллы полсезона назад? Мы себе сделали пару стаков боллов. Да, мы себе сделали пару стаков боллов, и те пару стаков боллов схватили нам до сего времени. Это круто. Нам, мне кажется, нужно еще раз собраться, еще раз сделать там стак квикболов, стак... Кого мы там еще делали? Стак левелболов, стак... Даск болов, болов, мне кажется, уже не нужно, и все. И то есть, уже к концу сезона практически это хватит. Не, ребята, все, она, если бы хотела, может бы уже словилась, но... Лучше мы ее так словим, и все. Мьюту мы сможем словить когда угодно, но вот сейчас проблема с Райквазой, ребята. Если она заспавнится... Ух, ребята, знаете, что я думаю? Нам нужно будет устроить охоту. Нам нужно будет устроить охоту на боссов. Боссы нам очень сейчас нужны, ребята, честно. Фу, сезон в какой-то степени даже уже подходит к концу. Сколько там у нас осталось сейчас? Сколько у нас там осталось? 4. А, нет, мы вроде уже... А, мы вроде уже всех Блисси... Да, мы всех Блисси убили. Ребята, сезон уже подходит к концу, ну как к концу, не прям к концу-концу, а если мы будем, если мы собираемся закончить к 150-й серии, то нам нужно поспешить, а не вот так на расслабончике, да? А, то, ребята, наверное, все-таки действительно нужно будет поспешить и как-то устроить даже некоторую охоту на боссов, потому что как-никак нам еще нужно два мастербола или два паркбола. Без них мы никак дальше не продвинемся, и без них мы никак не закончим сезон, потому что у нас еще остались две легенды. Мьюту, это ладно. Все, что нам нужно, это паркбол или мастербол. Мы сможем словить Мьюту в любой момент, точнее заспавнить Мьюту в любой момент, сделать и все, и просто словить. А вот по поводу Страйквазы, ребята, если она вообще заспавнится, а если заспавнится, то нам нужен, ребята... Мастербол. Я не знаю, честно. Будем думать. Будем думать, будем искать, будем пытаться найти. Поливир 28 уровень. Замечательно. Сейчас мы, ребята, уже уходим. Давайте качнем его хотя бы к 30-му. Сколько мы покемонов выложим? В этой серии мы уже выложим 3 покемонов. Это нормально, потому что у нас уже практически прокачанный 5-й бокс. Это, ребята, не скажу, что плохо. Так как... В Пиксельмоне в самом моде вот сейчас около 6,5-7,5 боксов. Где-то между вот этим. И нам, в принципе, не хватает... Ну, если мы уже практически на половине 5-го бокса, то, ребята, мы уже близки. Ну, если там не считать тех покемонов, которых нет, мы себе потом выдадим. Если не считать первые эволюции, которые нужно сделать сейчас... То, в принципе, ребята, еще немного времени нам это понадобится. А, так, ну что вы там, друзья мои? Что вы там? О, уже красное! Смотри, поменялось, ребята. Дитто любит электробаза как можно, то есть, так много, как только возможно. Что-то в этом роде, если дословно переводить. Круто, круто. Уже скоро у нас будет яичечко. И потом, кто у нас будет следующим? Ребята, давайте вы будете голосовать. Давайте в этой серии мы устроим такое небольшое голосование. Какого покемона вы хотите спаривать после Электабаза? Какой у вас выбор? Сейчас у нас Электабаз. Какой у вас выбор? Снорлакс, Клефери, Джиглипаф. Выбирайте, ребята, вы. Мы еще, конечно, попытаемся словить Вабуфета. Если мы его словим, то будет 4 покемона. Но сейчас, ребята, выбирайте с этих троих. Вот, смотрите. Вабуфет. И быстренько мы потопаем. Где у нас есть зимний лес? Вот, где-то вот тут. 4500-2300. 4500-2000. Ну, допустим, вот так. Ага, я опять неправильно. Нет, тут нету ничего. И опять у нас вся карта закрылась. Да ты что, издеваешься? Вот тут, наверное.
Да. 3400, 3400, 3400. О, нифига себе, вабуфет. Вабуфет. Но мне кажется, он только ночью спамится. Ой, извиняюсь, если громко, ребята, но будем вот так лучше. Он только вроде ночью спамится, как я знаю. Ладно, знаете что? Опа, стоять. В этой серии мы делаем голосование. Какого покемона вы хотите спаривать после Лектабаза? А в следующей серии, ребята, у меня будет для вас другой вопрос. И потом в следующий вроде еще один другой вопрос будет. Посмотрим, ребята. Ну, Магнимайтушка, иди-ка ты сюда. Ты нам сейчас нужен. Замечательно, 5000 опыта. Было бы круче, если бы ты нам что-то другое дал, а не вот это. Но за это тоже спасибо. Сфил у нас есть. Кого у нас нету еще в зимнем биоме? Вроде у нас уже все есть. Свайну у нас уже давным-давно прокачаны. Вабуфет, Форес. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вроде все, как я знаю. Если я хорошо помню, да? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ладно. Ладно, ребятушечки, давайте-ка мы будем возвращаться домой, на этом уже заканчивать. Да, серия не скажу, что прям долгая, но все же мы словили легенду, и это уже очень круто. И, наверное, в следующей серии у нас уже будет яичко, я надеюсь. И мы уже сможем себе сделать Эликида, и у нас будет... А, перед тем, как закончить, ну, мы сможем себе сделать Эликида и нового покемона, Электабаза, и потом Электривайра с помощью обмена. Ну, как бы не обмена, мы себе заспаним, потому что обмена нету, можно и так сказать. Пятый бокс. Кто у нас идет? Тебя мы выкладываем вместо Тавруса. Тебя мы выкладываем вместо... Ну, пускай будет Ченси. Будем качать Ченси на Блисси. И Додрио мы выкладываем. Ну, Лектабаза не нужно, потому что мы сделаем себе Ликида вместо Видла. Замечательно. Лугия. А вот ты еще нафиг. Это вообще офигеть, ребята. Шайни. Офигеть. Тебя мы словили шайни, кого мы еще шайни словили? И мы еще Тентакруэля с шайни словили. И Джиглипаф есть, и Одиш есть, абы ла-ла-ла. Замечательно, ребята. Селеби, Лугия. В одном боксе. Тут у нас Кёгр где-то должен быть. Ну, не тут уже, наверное. Замечательно, ребята. Что-то нам как-то с легендами в последней серии. То, знаете, полсезона не спавится, а потом сразу в следующих сериях там пух, навалится нафиг кучей. Ну все, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. Видите, там Электабаза слева сверху. Привидение нахрен. Я бы сходил, но давайте уже лучше, притом Гиглет. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам нужно, это подписаться на меня. Вы автоматически станете одним членом, большим членом. Ладно, большим членом нашей банды. Твою мать, что я сказанул. И буду рад, если вы также поставите лайк и оставите свой комментарий. Вы же крутой перец, я тоже буду этому рад. Ну все же, ребята, всем спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи, всем пока. Ну пока уже!